爱的味道留在相遇的那天，回忆里面究竟藏着什么？我们的爱浪漫了整个夏天，许多少缘才没与你错过。我们的故事也许没人在乎，我只想紧紧拥抱你，心跳让你听到时光尽头，就算没有放纵，两个人紧握着双手就足够。命运前爱的记忆带不走，我只愿Ладно, Тондан, больше не злись, хорошо? Прошу, не расстраивайся. Просто скажи, что мне сделать, чтобы осчастливить тебя? Скажи мне. Ты знаешь, что я сейчас занимаюсь английским. Наш преподаватель говорит, если я буду смотреть фильмы на языке оригинала, это поможет в изучении. В следующий раз, когда я захочу посмотреть фильм, давай посмотрим вместе. Ну... Нет, Тондан. Знаю, чтобы учить английский, очень важно окружение и особая атмосфера. Думаю, ты бы могла попросить любую девушку из группы, чтобы вы обе учились. Разве так не будет лучше? Ладно, я посмотрю с тобой фильм, и ты позанимаешься, хорошо? Да, договорились. Но вот эту рубашку я тебе все-таки верну. Эти два вопроса никак не связаны. Между нами не должно быть недоразумений. Ты боишься, что Сяомэн не так поймет? Джен Лэй, скажу тебе, как своему другу. Настоящие друзья говорят друг другу правду. Подумай об этом, ты живешь в своем доме уже очень давно. Она когда-нибудь приносила тебе еду или напитки? Но как только к тебе переехал Зайдзюнь, она тут же принесла два пакета с продуктами. Что это может означать, не понимаешь? Нет, Сяомэн просто заполнила мой холодильник. Тогда почему, когда ты жил один, Сяомэн ни разу не приносила еду тебе? Неужели сейчас она сделала это по доброте душевной? Ладно, ладно, хорошо. Я просто верну тебе твой подарок. Другие разговоры оставим на потом. Когда обманываешь других, особо не задумываешься, но когда ты пытаешься обмануть себя, от этого нет лекарства. Что ты пытаешься этим сказать? Я нахожу отношения между вами тремя несколько странными. Вы все говорите, что вы лучшие друзья, но никто из вас не осмеливается сказать правду. Вы носите маски друг перед другом. Неужели ты полагаешь, что если будешь носить маску, некоторое время она станет реальностью? Джин Лэй, ты продолжаешь пытаться сблизиться с Сяомэн, но ты уверен, что вы двое будете вместе? Между нами тремя столько всего произошло. Ты многого не знаешь, а еще, ладно, больше не будем об этом. Джин Лэй, можешь меня отвергнуть и продолжать твердить, что любишь Сяомэн. Но если ты правда ее знаешь, неужели не понимаешь, кто на самом деле в ее сердце? Подумай, твой лучший друг переехал к тебе под предлогом своих чертежей или потому, что хочет закрыть свое сердце?
Благородная дама Мэн, долгой вам жизни. Хорошо ли вам в этом изолированном холодном месте? Все хорошо. Как это место может быть холодным? Это место, где я ищу убежище. Оно приносит мне тепло. Кажется, ты вполне довольна собой. Конечно. Я хочу подружиться здесь со всеми книгами. Благородная дама Мэн в состоянии найти радость в скорби, которая для такого простолюдина, как я, недоступна. Если бы я научился некоторым приемам, тогда мог бы умереть без всяких сожалений. Могу ли я приходить сюда каждый день учиться у вас? Прекрати, прошу тебя. Если ты будешь продолжать настаивать, тогда я больше не осмелюсь сюда приходить. А если я сюда не буду приходить, меня отправят драить туалет. Кто посмеет? Кто заставит тебя там убираться? Сейчас же приведи его ко мне! Пусть ты и говоришь мне немного подзабить, но я все равно приложу все свои усилия. 30-летие компании — это серьезное мероприятие, которое направлено на то, чтобы мы поддержали свой имидж. У меня сейчас много свободного времени. Я могу есть мяу-мяу, в любом случае я делаю все это по собственной воле. Прости. Я гендиректор, но не могу назначить тебя в команду дизайнеров. А еще приходится повесить на тебя фотовыставку. Это расстраивает. У меня есть план. Почему бы тебе не побить меня и оставить умирать? А ты не слишком преувеличиваешь? Говорю тебе, не вмешивайся в это. Это задание заместителя, я хочу выполнить его на ура. Ладно. Обещаю, что не стану вмешиваться. Но у меня есть условие. Какое условие? Президент Фан устраивает вечеринку, где соберутся все топ-менеджеры и инвесторы. Он был очень впечатлен тобой, поэтому попросил, чтобы ты тоже пришла. Я больше не отвечаю за его проект. Если ты не задействована сейчас, можешь поработать над другим проектом. У нас долгосрочные отношения с Ян. Пожалуйста, подумайте об этом, благородная дама Мэн. С вашего позволения. Входи. Гендиректор, вот ваши документы. Спасибо. Подожди. На следующей неделе я должен играть в гольф с президентом Лином. Но у меня кое-что нарисовалось. Ты бы не смогла сходить от моего имени. Я? Да. Президент Лин, возможно, захочет продемонстрировать вам свое мастерство. Да, я бы тоже хотел сходить. Когда я с ними играю, всегда выигрываю либо дом, либо кусок земли. Но у меня нет выбора. Я пообещал Сяоман отвезти ее на вечеринку к президенту Фану. Поэтому ты не могла бы извиниться перед ним от моего имени и угостить его чем-нибудь? Конечно, без проблем. Что-нибудь еще? Нет, это все. На самом деле, я прихожу сюда ради отца Джинлэя, но в итоге покупаю только для себя. Не говорите так, женщина рождена, чтобы покупать что-то для себя. Взгляните на это. Мило, не правда ли? Слишком безвкусное. Ладно, тогда посмотрим что-нибудь еще. Тебе так нравится ходить за покупками? Да, а вам? Не нравится. Такие походы больше подходят для молодежи. Как насчет этого? Вам это подойдет, тетя? Симпатичное? Да, в нем есть изюминка. Правда? Примерьте. Но как, этот цвет очень популярен в этом сезоне? Я правда могу носить такой цвет? Конечно, симпатично. В этом вы будете выглядеть моложе. Правда? Тогда примерю. Тетя, вы обязательно должны такое носить. Этот цвет и правда вам к лицу. Правда? Да, вам идет. Карта или наличные? Карточкой, сейчас. Тетя, я заплачу, я куплю его вам. Это вовсе не обязательно. Тетя, ничего страшного. Совсем недавно Джинлэй оказал мне услугу. Так неудобно. Просто считайте, что я даю долг. Введите ваш код, пожалуйста. Мне так неудобно. Тетя, ничего страшного. Подпишите. Хорошо. Госпожа, вам так повезло, у вас такая заботливая дочь. Что вы, это не моя дочь, это моя будущая невестка. Такая редкость, у вас такие замечательные отношения.
Пожалуйста, ваша покупка. Спасибо. Не за что. Спасибо. Приходите еще. Пойдемте. Ты слишком щедрая. Ничего страшного, это мой долг. Ты пришла со мной по магазинам и купила мне вещи. Тондан, знаешь, наш Джен Лэй очень скрытный. Обычно он нам ничего не рассказывает. Поэтому сегодня я хотела бы у тебя узнать, как вы с ним поладили. Тетя, мы сейчас всего лишь хорошие друзья. Что? Он тебе не нравится? Он мне нравится. А вот я ему нет. Как так? Ты точно в его вкусе? Я хочу сказать, что я ему не нравлюсь пока. Но я не спешу, тетя. У меня есть план. Ты молода, но слишком доверчива. Мне это нравится. Расскажи-ка мне все. Какой у тебя план? Сейчас я стала другом Джен Лэя. Это самодельный способ шпионажа. Если у меня все получится, тогда я благополучно стану его девушкой. Хорошо, хорошо. Ты можешь сделать ход, когда поймешь, что время пришло, а я стану твоим тылом. Когда будет необходимо, я стану твоим союзником. Не сбавляй темп. Я очень жду, когда ты станешь моей невесткой. Спасибо большое, тетя. Хорошо. Сынок, как у тебя дела на работе? Очень хорошо. Получил новые заказы. Да и появились новые клиенты. Неплохо. Сынок, сейчас твои дела идут в гору. Ты молодой, умный и внимательный. Жизнь во всем хороша. Не хватает только одного – жены. А я все думаю, почему моя мама не вспоминает сегодня про свидание и брак? Все время я ждал этого. Но я ведь даже слово «свадьба» не произнесла. Только этого слова и не хватало в головоломке. И я желаю, чтобы эта недостающая часть вызвала у моего сына желание создать семью. Возможно, мама, ты... Твое желание женить меня сильнее, чем когда-либо. Когда это я заставляла тебя жениться? Просто хочу, чтобы ты дала мне некую надежду. Вот Тондан, как вы с ней общаетесь? Мы с ней дружим. Мы замечательные соседи. Не запутывай меня. Я не об этом говорю. Тондан очень хорошая девушка. Вы так здорово друг друга дополняете. И она влюблена. К старшему она внимательна и добра. Если ты не чувствуешь к ней отвращения, почему бы вам не попробовать? Мам, человек, который мне нравится, это не Тондан. Тогда кто тебе нравится? В любом случае, мы с Тондан не будем вместе. Если у тебя нет того, кто тебе нравится, тогда почему бы тебе не попробовать с ней? Пока ты не любишь кого-то, не вижу причин отвергать ее. Мама, буду с тобой откровенен. Все мои мысли занимает Сяо Мэн. Сяо Мэн? Мама, речь идет о моих чувствах. Я единственный это понимаю. Прошу, не дави на меня. Дашь мне немного времени? Я не стану тебя заставлять. Кроме того, это ты на ней женишься и будешь жить с ней всю жизнь. Тебе должен нравиться человек. Верно. Но... Она... мать-одиночка. Мать-одиночка? Ну и что? Чувства должны быть взаимными. Раз есть двое, у кого есть чувства, это хорошо. Просто я хочу, чтобы ты был счастлив. И жил счастливой жизнью. Мама, я буду. Дзэйдзюнь.
Это меня убивает. Я все еще в компании. Ты не мог бы прийти и немного мне помочь? Как только ты пришел, все встало на свои места. Ты должна использовать мозги. Компания требует, чтобы ты использовал свою голову, а у тебя нет такой штуки. Верно, верно. Я знаю, что ты умный. Вот отлично. Закончили. Наконец-то. Алло, Тауран. Я скоро приеду. Не волнуйся. Хорошо. Пока. Куда ты собралась? У президента Фана вечеринка, гендиректор Тау уже там. Слышал, это слишком далеко, даже без пробок дорога займет 3 часа. 3 часа? И ты хочешь сама туда добираться? Да. Давай я поеду с тобой. Ты собираешься со мной? Кстати, я слышала, что на сегодняшней вечеринке будет много именитых архитекторов. Ты сможешь со многими познакомиться. Тогда пойдем. Пойдем. Такое чувство, что мы едем не туда. Правда? Вот здесь говорится, что через 200 метров нужно повернуть налево. Эй. Тебе дали неправильный адрес? Он правильный. Но я все равно чувствую, что это мы ошиблись. Слишком уж здесь безлюдно. Так мы едем не туда, да? Давай просто следовать указаниям навигатора, а там посмотрим. Эй, тут говорится, что нужно повернуть назад. Что, повернуть назад? Куда? Так написано. Здесь некуда сворачивать. И что теперь будем делать? Чувствую, с навигатором что-то не то. Он говорит, что нужно ехать дальше. А? А теперь нужно повернуть. Давай просто поедем вперед и посмотрим. Боже. Она ведь не сломалась? Сейчас выйду и посмотрю. Ты ведь говорила, что ее только что починили. Да, я ее починила. И как она могла сломаться? Какой ужас, у нас больше нет машины. Что нам теперь делать? Слушай, я сейчас позвоню Таурану и попрошу его нас забрать. Мой телефон разрядился, дай мне свой. Я его не взял. Как ты мог уехать без телефона? Я так торопился, что забыл его дома. И что мы будем делать? Что нам делать? Как холодно. И вокруг ни души. Пойдем. Давай посидим в машине и подумаем, что будем делать. Осторожнее. Что это вообще за место? Sorry,
Я не могу до нее дозвониться. Тетя никогда такой не была. Тетя Сяомен, должно быть, думает, что ты ей надоела, поэтому она тебя бросила. Маудо, прекрати говорить чушь. К тому же, ты ее никогда не называла мамой. Что-то такого. Ауч! Мяу-мяу. Не имеет значения, называешь ты ее мамой или нет. С ней ничего плохого не произойдет. Алло, Тауран? Сяомен с тобой? Ладно, ясно. Не волнуйтесь. Дзэйдин и Сяомен вместе. Они два взрослых человека, ничего с ними не произойдет. Мяу-мяу, будь хорошей девочкой. Верно. Как думаешь, Мяу-мяу волнуется? Перед тем, как уехать, ты не разговаривала с Джанлэем? Он в курсе, что мы вместе. Он позаботится о Мяу-мяу. Расслабься, все хорошо. Мне на ум пришла мама, которую мучила чувство вины, что ее ребенок играл всю ночь на улице. И почему моя машина так часто ломается? Точно. У меня же есть визитка мастерской. Где она? Вот здесь. Которая из них? Вот это. И зачем ты мне ее даешь? У нас все равно нет телефона. Как мы им позвоним? Я забыла. Что нам делать? Ты до сих пор это хранишь? Конечно. Амулеты нужно хранить. 12 декабря 2005 года. Администрация железной дороги Тайвань. Я всегда хранила его. Я считаю, что этот амулет всегда меня защищал. Так я смогла вернуться в безопасности. В США было столько раз, когда я была на пределе. Но каждый раз, когда я на него смотрела, он придавал мне сил. И я говорила себе, что мне нужно двигаться дальше, пытаться вновь продолжать идти вперед. А я всегда считал, что ты про нас забыла. Ни одного дня в Америке я не забывала ни о Мяу-Мяу, ни о Джанлэе, ни о тебе. Твоя жизнь в Америке была трудной? Почему ты об этом спрашиваешь? Я искал тебя. Ты ездил в Америку и искал меня там? Спасибо. Я был там, где ты живешь. И узнал,
что там не было места, наполненного солнечным светом и небольшого балкона с цветами. Думаю, тебе не стоило меня искать. Что? Не смотри на меня так. Знаешь, как мы за тебя переживали? Именно поэтому ты нам солгала, что хорошо живешь. Не в этом дело. У кого нет трудностей, когда живешь за границей? Неважно, трудно было или нет, все это уже в прошлом. А сейчас я счастлива. А ты? Из-за Мяу-Мяу тебе пришлось отказаться от семейного бизнеса. Сейчас мы с Мяу-Мяу воссоединились. Когда ты планируешь наладить свои отношения с отцом? Давай обсудим это в другой раз. Цзэйдзюнь. На самом деле, я за тебя счастлива. Я всегда хотела быть такой, как ты. Ты следуешь за своей мечтой и борешься за свое собственное счастье. Сунь не идеальный партнер. Она может дополнить твою жизнь. Подожди. Какое отношение Сунь имеет к моей жизни? Перестань. Я тебя всю жизнь знаю. Просто я была недостаточно внимательна, чтобы об этом спрашивать. Нет, что ты знаешь? Не волнуй, ты не спрашивала, не означает, что ты можешь случайно думать или предполагать. Но вы... не... Что мы? В ту ночь на церемонии в Суджоу, разве вы... Что за ночь в Суджоу? Мы совещались всю ночь в офисе. Я даже глаз не сомкнул. Правда, ничего не было? Да что с тобой? Ты испугался того, что Сунь не то подумает, поэтому от меня съехал. Так и знал, что вы с Джинлэем странная парочка. Ладно, прекрати, хватит. Вы оба себе что-то там напридумывали. Я прав? Может, уже прекратишь сводить меня с Джинлэем? Когда это я вас сводил? С чего тогда мы пара? Просто мне кажется, что ты что-то недоговариваешь. Каждый раз, когда мы собираемся, ты от нас бегаешь. И оставляешь меня с ним. Можешь не вести себя так. Что? Подумай о своем характере. В этом мире, кроме Джинлэя, кто еще сможет с тобой справиться? Хватит. Прошу, прекрати себя так вести. Не хочу, чтобы Джинлэй понял, мои чувства как-то не так. Это будет только сдерживать его собственное счастье и мешать ему. Ты и есть счастье Джинлэя. Я не понимаю, как я могу быть счастьем Джинлэя? Только из-за того, что ты старше меня, ты не должен делать поспешные выводы о моем счастье. Он тебя понимает. Ты его понимаешь. Вам хорошо вместе. Почему бы вам двоим не попробовать быть вместе? Но еще я понимаю тебя, а ты понимаешь меня. Мы тоже можем быть вместе. Почему бы тебе не попробовать со мной? Послушай, в таких вещах, как любовь, чувства и быть вместе, не нужно быть уверенными.
Мяу-мяу, почему ты еще не спишь? Я не могу уснуть. Не можешь уснуть? Когда они уже вернутся домой? Когда ты проснешься, тогда сможешь их увидеть. Пойдем. Давно пора спать. Пойдем. Давай. Когда я открою глаза, то смогу их увидеть. Когда я тебе врал. Будь умницей, засыпай скорее. Не думай об этом. Мяу-мяу, если твоя мама не найдется, я одолжу тебе свою. Маудо, прекрати пороть чушь. Тетя Тунда, но вы поможете мне написать заявление в полицию? Я уже попросила знакомого офицера их поискать. Как только от них появятся новости, мы тут же узнаем. Почему вы все здесь? Простите, что заставили вас нервничать. Прошлой ночью мы... Мяу-мяу, в чем дело? Я думала, что ты больше не хочешь меня видеть, мамочка. Я больше тебя не оставлю. Даже не думай. Договорились?
Цзэйдзюнь. Вчера вы двое. Что? А! Вчера произошло вот что. Ее машина опять сломалась посреди дороги. Пока мы ехали, у нее разрядился телефон. У меня не было с собой телефона. И в радиусе 10 километров ни души. Не говоря уже о человеке. Даже ни одного призрака. Да неужели это чистое совпадение? Если бы я тебе рассказал о таком, ты бы мне поверил? Почему я должен тебе верить? Что ты имеешь в виду? Думаешь, что я тебе лгу? Мы столько лет дружим. Зачем мне тебе лгать? Ты хоть представляешь, как все мы волновались? Мяу-мяу, всего лишь ребенок. Ну а вас она переживала больше нашего. Вы хоть о ней думали? Я понимаю. Я сделал это не специально. Ты больше волновался о нас? Или о Нин Сяомен? Тогда расскажи мне, что между вами произошло? Я не понимаю, как я могу быть счастьем Джин Лэя. Только из-за того, что ты старше меня, не нужно делать поспешных выводов о моем счастье. Он тебя понимает. Ты его понимаешь. Вам хорошо вместе. Почему бы вам двоим не попробовать быть вместе? Но еще я понимаю тебя, а ты понимаешь меня. Мы тоже можем быть вместе. Почему бы тебе не попробовать со мной? Послушай, в таких вещах, как любовь, чувства и быть вместе, не нужно быть уверенными. Прошлой ночью между мной и Сяомен ничего не произошло. Не волнуйся. Веришь ты мне или нет, дело твое. Сегодня у меня несколько встреч. Я буду в Суджоу пару дней. Я ушел. Заместитель Сунь, я пересмотрел некоторые данные. Будет время, посмотрите. Кстати, в прошлый раз вы мне говорили, что председатель Ти может мне помочь с местом, где остановиться. Вы можете мне с этим помочь? Хорошо, нет проблем. Спасибо. Я не хочу, чтобы Джин Лэй неверно понял мои чувства. Это будет только сдерживать его собственное счастье и мешать ему. Ты — счастье Джин Лэя. Я не понимаю, как я могу быть счастьем Джин Лэя?
Только потому, что ты старше меня, ты не можешь делать поспешных выводов о моем счастье. Он тебя понимает. Ты его понимаешь. Вам хорошо вместе. Почему бы вам не попробовать быть вместе? Но еще я понимаю тебя, а ты понимаешь меня. Мы тоже можем быть вместе. Почему бы тебе не попробовать со мной? Послушай, в таких вещах, как любовь, чувства и быть вместе, не нужно быть уверенными.是不归的旅行。